продолжаем трудиться. Сегодня у нас свободный день, но мы его решили потратить с пользой для дела и будем проводить съемку в храмах славного города Курган. А там уже как? На этом историческом месте всегда существовал храм, когда было построено царево городище. То есть это примерно 1736 год. Сначала храм был деревянный, потом на его месте построили каменный храм. Но в советские годы, в 1956 году, храм был взорван и до основания снесен. И вот уже в наше время, в 2017 году, на этом историческом месте, благодаря сенатору Сергею Николаевичу Муратову и заводу «Курган-прибор», был воссоздан вот такой вот храм великолепный, высокий, высота его 38 метров. Он по образцу храма Покрова на Нерле во Владимирской области. И в 2017 году закладку этого храма освящал святейший патриарх Московский вся Руси Кирилл. Вот, в 2021 году храм был вновь освящен, и вот с этого момента, с 20 июня 2021 года, здесь начались богослужения. В нашем храме есть очень интересная икона святых царственных страстотерпцев. На обратной стороне иконы Спасителя находится табличка, на которой есть надпись, что она была подарена цесаревичу Алексею на станции грязи от купцов нашей области. Та самая икона, получается? Да, та самая икона, которую, по крайней мере, он ее держал в руках. Батюшка, ну мы очень рады знакомству. Спасибо, что вчера пришли к нам на концерт в Кургане. Конечно, это незабываемые эмоции. И сегодня уже, вот после концерта, мы приехали записать здесь у вас псалом. Очень рады. Спасибо, Господи. Благодарю вам. Спасибо вас, Господь. Основание Его на горах святых. Любит Господь врата Сионя, паче всех селений Яковлих. Преславная глаголашася о Тебе, Граде Божий. Помяну раб и Вавилона ведущим мя, и сеино племенницы и тир, и люди ефиопсиси вышата. Мати Сион речет, человек и человек родися в нем, и той основа и вышли. Господь повесть Писаний людей и князей сих бывших в нем. Яко веселящихся всех жилище в тебе.